Приближаются досрочные выборы губернатора Новосибирской области. Журналисты ОТС прошли по улицам города, чтобы выяснить общий настрой избирателей. Ну, надо голосовать, как бы ни было хоть. Всегда хожу голосовать за кого хочу. Я жила в небольшом районе Новосибирска. Сейчас он уже большой стал. И у нас была школа очень маленькая. Вот. И это был праздник. Реально был праздник для школы, для нашего массива. Молодежь же считает, что нужно менять в нашей стране что-то. Нужно менять не революционными методами, а законными, путем смены власти. От выборов зависит, я считаю, дальнейшая наша жизнь, вот, жизнь наших детей. Поэтому, я считаю, нужно обязательно проголосовать. Это важно, за кого голосовать, кто будет управлять областью и нами всеми. Поэтому пойдем. Обязательно мы всей семьей ходим всегда.